Эй, мои дорогие, добро пожаловать на мой канал! Маугли здесь! Сегодня мы поиграем в игрушку, которая называется There is poop in my soup, что переводится «Эй, у меня какашка в супе!» Эта игра вышла уже какое-то время назад, но до нее добрался я буквально только сейчас, и тем более вышла вторая часть уже этой игры, поэтому я подумал, будет логичнее. Сначала мы поиграем в первую, потом перейдем уже во вторую. Это симулятор засранца, который пытается нагадить в буквальном смысле этого слова всем окружающим. На головы, в суп, в мороженое, в люльку с лялькой, и, в общем-то, везде, куда только его какашка долететь сможет. Звучит по-настоящему очень ужасно, это фекальный симулятор для тех, кто не брезгует. Так, ладно, смотрите, у нас появилась здесь возможность выбирать персонаж, потому что у нас появилась мастерская у этой игры, мастерская Steam, и несколько персонажей у нас доступны. Это Джексептикай, то есть здесь в основном популярные ютуберы, блогеры, летсплейщики находятся. Это у нас всем известный PewDiePie, кстати, который выглядит как какой-то непонятный метросексуал или трансвестит даже. И посмотрите на форму его лица. Его лицо напоминает задницу. Конечно же, да. Это у нас Маркиплайя, и это у нас еще какой-то мужик непонятный. А это у нас уже Дональд Трамп. И самое интересное, что Дональд Трамп у нас постоянно начал появляться в разных играх. То он в симулятор хирурга появляется, то он вот здесь, poop in my soup, тоже он там решил нагадить кому-то по-настоящему. И в виртуальном мире решил нагадить, в реальном мире он наверняка уже кому-то тоже гадил, как только мог. Причем имена у них изменены таким образом, что все это, опять же, связано с какашкой. Видимо, автор немножечко какой-то фекалоид, дерьмодемон, и поэтому он решил сделать игру, которая бы выражала его внутренний мир. Давайте играть за PewDiePie, почему нет, он популярный видеоблогер. Нью-Йорк Сити, наш первый пункт назначения. Смотрите, я вижу здесь как что-то китайское тоже, и также я вижу, наверное, это Эйфелева башня и Париж, то есть Нью-Йорк, Китай, может быть, Пекин или что-то еще подобное. И потом мы с вами отправимся в Париж, но сначала нужно нагадить вот в этом городе. Так, смотри, давайте разбираться с управлением. Я еще пока не играл. Ага, вот. Мы можем передвигаться. То есть вот наш PewDiePie, который вылез из своей коморки. Время-то у нас идет какое-то, нет? Время пока вроде никакого не идет. Вот он бегает у нас наверху, по верхнему этажу, а внизу кипит жизнь. Очень много людей живет. И у нас вот такой вот божественный луч света, который, видимо, будет играть роль такого прицела. И мы должны каким-то образом, в общем-то, и испражняться прямо. Да, вот смотри, он что-то там напрягся. Ах, все, вот вижу. Первая какашка полетела. Полетела, подпрыгнула и просто бесследно умерла. Это, короче говоря, вот у нас обычный выстрел, типа, да? У нас еще также есть суперприемы, которые, видимо, активируются, когда мы соберем. Вот видите, в верхнем правом углу у нас есть какашка на Space. Мы нажимаем, то есть у нас всего, что, 9 какашек, что ли, всего? Да вы что, издеваетесь? У нас также есть to-do list, это то, что нам нужно сделать для того, чтобы некоторые такие достижения зарабатывать. Так, это понятно все. И у нас также есть бомбочка на F, это, видимо, суперприем, который мы можем использовать. Ладно, давайте начнем, раз у нас игра называется «Какашка в супе», попробуем сначала сейчас испражниться прямо вот этому джентльмену, прямо в суп! Бум! Yes, there is poop in my soup! Заорал мужик и побежал. Ну что, to-do list, вот все, накакайте в супчик. Первое достижение у нас выполнено. Так, что дальше едем? Смотри, пацан у нас беспокоится, говорит, о, господи, пошли мне мороженку! Ах ты, нет, черт! Я ему на голову накакал! Господи, я хотел ему прямо в мороженку попасть. Ну ладно, надо было как-то умудриться это сделать. Так, что у нас еще здесь есть? Попадите в 3 мусорных ящика. Давай попробуем. Смотри, прицельное сранье. Есть, отлично. 15 какашек у нас активировался. И самое интересное, что началась крутая музыка очень. Так, давай-ка еще раз. Эй, все так, какашка залетела. Прямо как... прямо как... в корзину для баскетбола. Что за музон? Я вообще не понимаю. Что это вообще? Так, давайте вот смотрите. Здесь стоят какие-то банки. Я предлагаю, что по ним надо попасть. Эй, что за... Не понял, что за перелет такой дерзкий был. Ну-ка, давай-ка назад. Назад. Ага, нам нужно еще и попасть каким-то образом. Давай-ка. Еще это не так просто-то по ним попасть, по этим штукенциям. Ну-ка, по банкам. Есть, отлично. Так, мы, по-моему, что-то еще какое-то достижение заработали. Смотрите-ка, а. Несколько какашек, и мы уже с вами практически выполнили часть наших заданий. Что делаем дальше? Наверное, вот на этого мужика надо, который едет в такси.
также нагадить. Или вот на этого велосипедиста. Предлагаю сделать на велосипедиста. Давай, 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 быстро, быстро, быстро. Бум! Ах ты черт, просто вот такая вот кучка улетела. Это что у нас, поклонник? О, смотри-ка, это поклонник металла какой-то идет, но он мне не нравится, мне нравится больше все-таки вот эта дамочка с коляской. Давайте-ка подменим немножечко ей ребенка на какашечку. Отлично, что у нас там? Накорми... Там вот это было достижение, которое называется «Накорми ребеночка». Фу, это вы представляете, насколько это вообще отвратительно, конечно. Да, явно у автора этой игры не все в порядке с мозгами. Это 100% так. Так, я предлагаю сейчас попробовать испражниться вот на эту прекрасную леди. Давай, которая идет с зонтиком. Эй, я промазал. Так, ну что, смотри, мы можем повторить. То есть всего лишь у нас 15 какашек дается на все это, на все про все. Давайте, в прошлый раз нам не удалось попасть пацану прямо в мороженку. Надо выждать момент. Он такой: господи, пошли мне мороженка, потому что свое я уже сожрал. И тут такой господь: о, вот тебе, держи. Айскрим открыт. Он его ест. Фу, какая гадость. Я сейчас блевану, ребята. Ай, ужас. Я не знаю, это реально психику железную иметь для того, чтобы можно было спокойно это все дело смотреть. Так, мужику в суп мы должны опять нагадить. Давай, бум! Эй, я промахнулся! У чувака не осталось супа, он теперь думает: а, что я буду жрать? Так, ребенку закидываем шоколадку. Фу, какой ужас. Я, по-моему, становлюсь похожим на автора этой игры. У меня начинают просыпаться какие-то фекальные шуточки. Так, вот этому мужику на бошечку прямо. Отлично, убежал. Вот этот таксист явно он как-то вот... Ну, не зря он, короче, ездит. Давайте дождемся, сейчас он поедет сюда. Мы ему зафигарим. А, я промахнулся. По-моему, у меня далось больше уже этих какашек. За один раунд я могу больше их испускать из себя. Ой, ребят, простите, конечно, что приходится все это слушать, потому что... Но тут, знаете, терминология, в общем-то, другая-то и не подойдет. Здесь все-таки... Так, отлично, давай-давай-давай, успеем, не успеем. Нет, надо как-то ему заранее, наверное, это кидать. Так, давай, вот сейчас он поедет. Сейчас он поедет. Кидай, 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 давай, давай, в таксиста! Бум! Зеленоглазое такси! Притормози, притормози, ты что ж? Так, вот это нет. Как-то ему надо... Вот, на лысину, в принципе, вот так немножко. Сейчас я прицелюсь. Прицельное попадание и... Ой, опять промазал. Ой, опять промазал! Господи! Во что-то я там попал. Мне все-таки надо этого таксиста добить. Мне надо его добить. Давай, прицелились. Раз, два, три... Какашечка, лети! А, недолет! Какая гадость! Вот этот велосипедист хочет явно... Блин, я опять промазал. Да, бросаться какашками, ребята, это дело не очень-то простое. Давай-ка вот байкеру попробуем этому. Не байкеру, а кто это у нас? Металлист какой-то! Так, 25 какашек нам открыли, значит, в следующий раз мы сможем уже 25. А, вот смотри, Майк с ирокезом, тоже ему надо зарядить, значит, сделать ему причесочку хорошую, фекальную. Так, вот этот джентльмен пошел, монополимен. Мужик из монополии, да? А, то есть смотри-ка, с него начинается музон, да, вы заметили? Что вот только когда я в него уже попал, начался музон. Так, отлично. И мы с вами, соответственно, все это, конечно, проиграли. Давайте начнем все-таки, попробуем ему в суп попасть. Каким-то чудесным образом. Прицельно так вот просто накакаем ему. Ай, голову убирай! Ах ты черт! Все, он упал. Эй, а музон-то что не начался? А если мы вот так вот просто в суп? В суп закинули, все. С того момента, как мы в суп попадаем, все, начинается музон. У нас 25 какашек. С каждым разом вместимость прямой кишки нашего главного героя становится все больше и больше. Ай, пацан! Черт, я хотел тебе прямо в мороженку попасть. Ты же хотел шоколадное, а у тебя только были деньги только на сливочное. Я решил помочь тебе. Вау! Два человека за раз мы наградили этой прекрасной штукенцией. Так, закинем сразу еще. Да! Ей! Сразу мы скидываем, значит, фекалии в мусорные корзины. Господи, какой это ужас, а вообще. Так, давай-ка сидим в банке. Раз, два, три, все, в городки поиграли. Отлично, музон начинается. Как насчет вот этого парня на велосипеде? Ехали медведи на велосипеде, а потом какашка, бух! Промазала. А почему музыка-то остановилась, я ничего не понял. То есть, наверное, музыка играет тогда, когда мы попадаем в цель. Ну-ка. Пум.
Эй, музон включите! Чё, кого? Так, ладно, смотри-ка, давай-ка ребёночку засандалим. Тётка упала. Так, ребёночек, лови, 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 подарок небес. О, всё, отлично. И музон пошёл. Причём он такой по нарастающей идёт. Так, что у нас с мотоциклистом, кстати? Мотоциклист просто, да, он у нас едет. Надо было как-то таксиста этого подстрелить. Давай, таксист, Гай, я в тебя кидаю сейчас. Лови какашечку. Давай. Ах ты, блин. Как он промазал? Прям практически ему на голову попало. Ладно, он мужик уже с кренделем. Монополи мэн с кренделем лежит. Давай, давай, велосипедист. Эх ты, черт, промазал. Так, это что у нас за парень идет здесь? Они идут еще с разной скоростью все. И надо таким образом как-то подгадывать. Так, смотрим, что у нас. Тупу лист. Обычно туду лист, что нужно сделать, а это тупу. Вообще слово пу означает, ну, как бы какать, понимаете? Испражняться, ходить в туалет по-большому, не буду разные еще другие эпитеты какие-то употреблять в этой связи. Короче, вы поняли, что это значит. Поэтому следующая часть, кстати, игры, она называется очень прикольно. Я не буду пока что вам раскрывать всех подробностей. Узнаете, когда увидите серию, наверное. Ох ты, блин, промазал. Уже, правда, попал в тетку, которая уже валяется. Интересно, здесь вообще бесконечное количество этих ботов, которые идут. Так, давай-ка вот этого негра сейчас. Этого негра наградим, наградим просто. Подарком с небес. Держи, дружище. Вот так, отлично. Побежал, побежал, побежал. Так, как насчет ребенка? Ребенка опять запустим. Давай, держи. Отлично, музон пошел. Так, тетка у нас. Тетка с зонтиком. Отлично, есть. Так, мужик с иракезом. У нас всего лишь 8 какашек осталось. Как это ужасно, да? Как это ужасно. По-моему, мы устроили здесь фекальный апокалипсис. Так, вот как-то вот этому таксисту надо прям по лбу. Давайте-ка приметимся все-таки, попробуем ему сейчас. Так, вот если я сюда луч поставлю. Он не попадает ему на лысину. Здесь еще, знаете, не до конца как бы его нужно довести. Так, это тоже не попадает. Вообще, может быть, в таксиста вообще нельзя попасть? Так, это вот самое дальнее. Да, вот это. Вот так вот, отлично. Сейчас мы ему прицелимся. Так, лови. Промазал. И музыка сразу потерялась. Как так? Давайте еще раз. Все-таки в таксиста надо попасть. Он достоин этого. Да что ж такое-то? Что ж такое? Так, вот луч попадает, не попадает на него? Даже не вижу. Надо как-то в таксиста попасть. Он у нас самая сложная цель пока что. Вот, вот так, вот так, вот так. Вот. Отлично, отлично. Сейчас, смотрите. Все, я сейчас... Давай, PewDiePie. Давай. Прямо на... Да ёкарный бабай. Да что ж такое-то? У нас осталось всего 4 какашки. Нам нужно сбить кого-нибудь. Давайте вот этого велосипедиста попробуем. Промазал. Да что ж такое-то, а? Все-таки в таксиста хочу попасть. Очень хочу попасть в таксиста. Такси, такси, вези, вези. Вези, вези, даже не скажу, что. Так, вот этот махав гай, мужик с иракезом. Эй, так почему же он так идет медленно? А вот этого, кстати, чернокожего парня-то. Нужно точно, смотри. Подобное липнет к подобному. Да, это, конечно, вообще, это просто жесть. Нам нужно для того, чтобы набрать определенное количество очков. Сколько у нас очков-то, кстати? Эй, очки наши покажите. Ага, вот у нас 652. Нам нужно открыть. Так, нам нужно что сделать? А, 28 достижений открыть для того, чтобы мы могли перейти на следующий уровень. А это будет как раз Пекин. Все, я понял. У нас открыто тем временем. Давайте просто смотреть, что у нас здесь. Смотрите, сколько людей. То есть смотрите, сколько какашек, столько и людей. Все пропорционально. Мы сделали с вами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17, ну же 28. 28. Угу. Так, что нам нужно сделать еще? В мамочку можем попасть, отлично. В таксишку можно все-таки попасть. В коробку попасть. Так, давайте будем выполнять челленджи. Потому что челлендж это ключ к переходу на следующий уровень. Бум! Так, в коробку я попал. Я в коробку, я попал. Что там еще у нас есть? Bounce to box. А, для того, чтобы... Наверное, она отлетела как-то в коробку. То есть можно просто попасть в коробку, а можно, чтобы она еще отлетела, какашка, в коробку. Как это сделать, я не знаю. Попасть в такси, попасть в мусорный... попасть в маму и в ребенка одновременно? А можно... Мама, мы так можем, что ли, одновременно выпустить? Сколько их много здесь? Я даже не могу попасть в какую-то конкретную личность. Давайте попробуем. Сейчас мамочка где-нибудь пойдет. Вот, мамочка идет. Видимо, как-то надо выпустить их две подряд. Это будет нелегко сделать, сами понимаете. Так, одна.
И вторая. А, давай, в мамочку попади. Да, отлично. У нас бомба какая-то появилась. Мы открыли бомбу, правильно? Отлично, так, смотри, действительно, в маму и в ребеночка попали, отлично. Три какашки попасть в суп. Блин, это ж как надо умудриться. Ну давай попробуем сейчас быстро их как-то выпустить. Испражниться на скорость. Давайте попробуем сейчас, сейчас он голову. Вот так вот, три, четыре даже. Упс. А вот в эту тарелку, если попаду, это сработает? О, какашка, смотри, отлетела. Она ударилась. А навес. Воу. Рикошет, смотри-ка. Что у нас еще там есть? Так, три в суп мы попали все-таки. Да, попали. Почему-то у нас бомба вроде как была активирована, да? 20 нужно сделать. Или это что нужно набрать? Это нужно набрать 20 очков подряд? Наверное, как так. Тогда у нас появится бомба. Самая настоящая бомба. Фекальная, говняная бомба. Так, отлично. В коляску мы попали. В таксиста надо попасть. Отлично, здорово. Так, здесь вообще густонаселенная местность, поэтому можно вообще «стреляй, не хочу» называется. Подряд вообще, смотрите, причем камера начинает... как я так облажался. Мы уже хипстер там прыгает, бегает с какашкой на голове. Так. Давай-ка, здесь вообще как бы идея в том... Ух, не понял! Это кто еще? Таксист сейчас сбил тетку, что ли? Идея как бы в том, чтобы здесь не промахиваться, а попадать подряд. 1327 мы с вами заработали. И этого еще недостаточно, сколько я понимаю, чтобы перейти в этот самый, в Пекин. Сколько у нас там еще? А вообще сколько здесь? Давайте посмотрим. Здесь вообще получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, 9. Отлично. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 и еще 4. Это 33 получается. 33 достижения. 28 нам из них нужно активировать. Так, вот в такси. В такси. Рикошетом. Давайте попробуем сделать все-таки рикошетом, чтобы у нас отлетело в коробку. Давайте, челлендж такой. Какашечка, давай, лети. Опачки, вы видели? С первого раза, в общем-то. Да, отлично. Чтобы она отлетела и в такси улетела. А как же это во что же нужно такое попасть-то, чтобы она улетела в такси? Может быть, вот в этот навес? Давай попробуем. Если уж так мы в такси не можем попасть, то уж с рикошета-то уж подавно. Вот она летит, летит, летит. И перелетела такси. Может быть, не долетела. Мне кажется, что визуально чисто она перелетела. Она летит, летит, летит. Какашка, давай! Да. Здорово. Давайте все-таки пометимся сейчас. В таксиста попробуем попасть. Нам главное посмотреть, вот, чтобы луч проходил по его голове. Вот. Так, это, по-моему, немножко далековато было. Вот так вот, если. Здесь главное приметить. У меня 5 фекальных бомб есть, прикиньте, ребята. Сейчас мы взорвем эти фекальные бомбы. Я даже боюсь представить, что это вообще такое. Таксист! Yes! Да! Мы сделали его! Мы попали! Погоди! А, да, мы попали в таксиста! Все нормально, все отлично! Таксист у нас теперь воет, как сумасшедший! Давайте, значит, нажмем на кнопочку F и посмотрим, что за фекальный дерьмо-апокалипсис у нас сейчас случится. Нажимаем на. О, какая бомба! Бум! Охренеть! Смотри! У нас 4 бомбы еще осталось! Так, сейчас мы смотри, еще одну бомбу, еще одна бомба! Бам! Какашки во все стороны летят! 25 тысяч мы заработали с помощью этой фекальной бомбы! Ну что, попробуем еще разочек? Давай, 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 пока их побольше здесь! Бам! Практически все... Ох, смотрите, мы практически все достижения активировали, только кроме двух. Это что подскочило в коробку и отскочило в такси. Но это мы можем сделать, если мы бомбы будем закидывать. Бам! Вы видели, прямо этот огромный ком дерьма попал прямо таксисту в голову. Офигеть, смотрите, какой хаос здесь. 100 тысяч мы с вами заработали, да, и до сих пор у нас ничего это не отскочило. Бомбы закончились, люди просто летают здесь. PewDiePie, что ты натворил? Ты просто загадил, ты обосрал весь город. Так, просто теперь мы будем просто выкидывать, значит, наши. 21 какашка у нас осталась, да, это что за люди валяются здесь? Бам-бам. Да, когда начинается музон, это, конечно, весело. Мужики тут ездят вовсю. Так, давай-ка, 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 какашечки полетели. Полетели, две прямо ребенку закинул. Чтоб он не стеснялся.
Давай, давай, давай. Вот так еще, отлично. Хипстеру, хипстеру на голову. Есть. Причем еще как бы все увеличивается. Комбо, комбо удары были. Все, 173 тысячи мы набрали за раз. Конечно, такое количество бомб, это было бы, конечно, сложно. Не набрать все эти достижения. Давайте, закидываем сейчас сюда, в суп. Суп закидываем, закидываем. Ах, отлично. Навалили целую гору. Тем временем люди-то не кончаются, их все больше и больше становится. Так, ты что, хипстер, идешь сюда, а? Думаешь, хороший денек сегодня? Вот тебе Господь послал кусочек какашки. Чуть не сказал сыра. Так, ну у нас 8, в общем-то, снарядов осталось. Сейчас мы быстренько от них избавимся. Просто я вот так хаотически начинаю закидывать их. Вот так вот, все отлично. Все, кончились. Кончились наши снаряды. Это новый рекорд. Мы с вами побили. Погоди. Так, все, назад уходим. И у нас открылся Пекин. Я думаю, что в Пекин мы с вами поиграем уже в следующий раз. А сейчас пока что ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, и мы с вами увидимся дальше. В следующих сериях прохождения симулятора засранца. There is poo in my soup. Да, с вами был Маугли, увидимся. Всегда оставайтесь на высоте и покедова!